Торговые центры проверяют на соблюдение антиковидных мер. В рейдах участвуют сотрудники Роспотребнадзора и администрации городского округа Люберцы. К очередной инспекции присоединились и мои коллеги. Зона фудкорта закрыта в торговом центре почти месяц. Заказать еду можно только на вынос или через службу доставки. Меры крайние, но необходимые как для посетителей, так и для самих работников общепита. Большинство наших посетителей с пониманием, в надежде, чтобы не было локдауна. Предыдущий год нас закалил, и теперь мы очень быстро реагируем на все постановления. Все у нас отработано четко, быстро. Мы справляемся. В продовольственных магазинах тоже все строго. У входа в супермаркет контрольное измерение температуры. Здесь же антисептики и рециркулятор воздуха. Безопасный маршрут проложен до самой кассы. На каждой работающей кассе обязательно есть антисептики и маски. Маски одноразовые, они у нас в упаковочках. Все стерильно, все хорошо. Такие же меры предусмотрены в магазинах одежды и обуви. Особые требования к утилизации СИЗов. Использованные маски и перчатки должны выбрасывать отдельно от другого мусора и в двойной пакет. То есть мне нужно вот в это ведро еще один пакет вставить? Еще один пункт проверки – журналы учета термометрии сотрудников. Они должны быть в каждом торговом объекте, а заполнять их обязаны каждый день. Если у кого температура, что делаете? Отправляем домой, как к врачу. Подобные проверки проходят повсеместно. Особое внимание крупным торговым центрам с высокой проходимостью. Меры по борьбе с COVID-19 усилены в столичном регионе с 24 июня. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вынес очередное постановление из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. Уизе Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.